За некоторые фотографии американские гости предлагали $1 000 000, но экспонаты тут не продаются. Единственный в России музей Казимира Малевича расположен в Курске, в галерее АЯ. Он распахнул свои двери ровно 5 лет назад. 24 апреля экспозиция отпраздновала свой первый юбилей. Эти кадры уже можно назвать историческими. Открытие первого в мире музея Казимира Малевича. Вдвойне приятно, что произошло это в Курске. Создатели говорят, именно здесь ему и место. Александр Шацкий, самый крутой исследователь творчества Казимира Малевича, в своем интервью, когда она приезжала в город Курск, она так и сказала, что именно Курск сформировал Казимира Малевича как художника. И в газете, которая вышла вчера, 23 апреля, правда, 105 лет назад, написано, что город Курск – первый из провинциальных городов, который сподобился показать художников-авангардистов, в том числе и Малевича. В музее нет ни картин Малевича, ни его личных вещей. Зато здесь создана именно та атмосфера, в которой 100 лет назад творил Казимир. А еще уникальные фотографии художника с его коллегами. Кадры с выставок авангардистов Курской губернии. Сегодня черный квадрат Малевича гости вкушали в прямом смысле. Желание создатель музея Олег Радин, конечно, тоже загадал – найти этой экспозиции новый просторный дом.